Спорт – норма жизни. Чебоксарка Татьяна Александрова приняла участие в экологическом заплыве в Приморском крае. Группа сильнейших пловцов-экстремалов за три дня преодолела 160 километров по заливу Петра Великого. Акция была приурочена к 160-летию образования Владивостока. Ежедневно с 7 утра до 9 вечера спортсмены из разных уголков страны находились в воде по 2-4 часа, передавая друг другу эстафету. Безопасность спортсменов обеспечивали корабли и лодки Тихоокеанского флота России.